На первый взгляд кажется, что виртуальный мир отвлекает от проблем. На самом деле он их создает. Доверчивый посетитель компьютерного зазеркалья погружается в волшебную атмосферу, ничего не подозревая о таящихся там опасностях. Совсем скоро приходит понимание, что в цифровой вселенной за маской доброты и красоты прячутся самые жуткие кошмары, которые только может объять человеческий разум. Ежесекундная угроза жизни, постоянные зловещие шорохи, шокирующие вспышки света, оглушающие звуки выстрелов, нападение сверхъестественных тварей и череда постоянных предательств. Вот что собой является виртуальный мир. И прежде чем окунуться в него, стоит задать себе вопрос: готовы ли вы? Мы представляем вам самые мрачные стороны игрового измерения. Мы рассказываем о бесчисленных ловушках по ту сторону экрана. Приготовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы представим вам обитателей цифровой вселенной, которые, как никто другой, мало ценят человеческую жизнь. Погоня за большими деньгами или ослепленные безумной идеей, они ставят на карту судьбу целых городов, стран, материков. Все они вне закона, но сами считают себя наивысшим законом. Мы начинаем обратный отсчет. Десятки самых безжалостных террористов по ту сторону экрана. На территории многострадальной России только ленивый иностранец не пытался наводить свои порядки. Одно время на западе страны зверствовала террористическая организация «Седьмая волна», ответственная за множество кровопролитных актов насилия. Псов «Седьмой волны» не смущала ни собственная слепая ярость, ни то, что им начало противостоять само американское ЦРУ. Такая загадочная бесшабашность однажды нашла свое объяснение. Один, взятый в плен боец ЦРУ, узнал тайну руководства организации. Оказалось, что вооруженной шайкой на территории России управлял американец Уильям Леннокс, сам бывший ЦРУшник. В свое время Леннокс сымитировал собственное убийство, чтобы уйти в тень и возглавить преступную организацию. После этой новости бойцы с терроризмом бросились в погоню за головой шайки с удвоенной силой. Однако Леннексу в очередной раз в критический момент удалось изобразить собственное уничтожение, чтобы вскоре вновь замаячить на горизонте и заставить силы международного правопорядка охотиться за своей головой. Преследующий неизвестные и странные цели американец, лидер террористической организации Уильям Леннокс, вновь уходит от ответственности и попадает на 10-ю строчку хит-парада самых отъявленных виртуальных террористов. Неизвестно, за что Бог обиделся на Афганистан, но именно эта бедная среднеазиатская страна стала рассадником терроризма. Радикальная исламистская группировка «Десять колец», борющаяся против засилья современного образа жизни, тоже была прописана в этом воинственном государстве. У этой террористической группы, финансируемой арабскими шейхами, была важная миссия – искоренение христианской заразы из умов и порочных нравов из душ всего человечества. Спонсоры движения не жалели никаких средств на священную войну – джихад, объявленную лидером «Десяти колец» Розой. Огнестрельное оружие и бронетехника рекой текли в Афганистан как от магии консорциума мафиози, так и от крупнейшего поставщика вооружений – компании Stark Industries. Впрочем, Рази этого было мало. Его люди захватили в плен главу компании, гениального инженера Тони Старка, и приказали ему в обмен на жизнь создать для них супербомбу. С ее помощью террористам «Десяти колец» удалось бы раз и навсегда покончить с западным миром. Но по иронии судьбы, именно в плену Тони сделал свое гениальное изобретение. Создал костюм «Айронмена».
С его помощью он выбрался из заточения и нанес сокрушительный удар по террористам, а заодно и по всему мировому преступному сообществу. От группы «10 колец» осталось только «Воспоминания» и девятое место в хит-параде самых беспощадных террористов. Неспокойный нрав латиноамериканцев всегда давал о себе знать. 2014 год стал временем, когда это проявилось с особенной силой. В прежде спокойном мексиканском городе Хуарес вспыхнула гражданская война. Она была настолько сильной, что волна насилия докатилась до Панамы, Чили и Эквадора. А Панамский канал оказался взорван. В самом же Хуаресе предводителем восстания стал местный оппозиционный лидер, безумный Хуан де ла Беррера. Цивилизованному миру не было дела до локального конфликта. Если вы одержимы ненавистью к США, де ла Беррера не обзавелся несколькими украинскими боеголовками «Красная звезда-4». С таким арсеналом этот невменяемый лидер мог уничтожить любой город Соединенных Штатов. Было предельно ясно, что гражданское восстание является лишь прикрытием для грязного нападения на США. В горячую точку срочно был брошен элитный взвод «Призраки» во главе с офицером Скоттом Митчеллом. Чтобы остановить их, де ла Беррера не погнушался взорвать одну из боеголовок на территории собственной страны. Сотни, а то и тысячи жизней соотечественников унеслись совершенно незаметно для оголтелого террориста. Призракам чудом удалось спастись, но на каждом шагу по пути к боеголовкам им грозила смерть и встречались трупы мексиканских солдат, мирных жителей, наемников. Безумный и бессердечный Хуан де ла Беррера из Ghost Recon Advanced Warfighter 2 оросил кровью невинных. Восьмое место нашего топ-листа. Сделаем паузу, чтобы передохнуть. Не переключайтесь. Терроризму нет оправдания. Однако сами террористы считают свои методы самой подходящей и единственно возможной силой, чтобы доказать миру свою правоту. При этом человеческие жизни являются просто топливом для их милитаристической машины. Мы продолжаем обратный отсчет самых жестоких террористов компьютерной реальности. Тучи сгустились над Новым Светом. После военного переворота в Венесуэле к власти пришел тираничный генерал Рамирес. Незамедлительно этот человек начал насаждать свой кровавый режим во всей стране. И его первым шагом стал захват нефтяной промышленности. Кровожадный деспот сразу же показал зубы всему миру, заявив, что в случае, если США будут вмешиваться в его дела, он мгновенно развернет на них свои ядерные боеголовки. Рамирес оказался опытным захватчиком и сразу же заручился поддержкой всех террористов по всему миру. Африканские, колумбийские и русские мафиози помогали ему в распространении тирании. Отряды Рамиреса держали в страхе все мирное население. Многие высокопоставленные чиновники были захвачены в заложники. Бандиты жестоко расправлялись со всеми, кто не повиновался. Штаты не оставили это беззаконие безнаказанным и отправили в Венесуэлу двух сверхсекретных солдат. Снайпера Линкольна Грейвса и тяжело вооруженного гранатометчика Реджи Лэнга. Оба, преодолевая смертельные ловушки, подстроенные Рамиресом, медленно, но верно пробирались к террористу. Пройдя через невероятно опасные и кровавые препятствия, этой парочке все-таки удалось арестовать диктатора, мятежного генерала Рамиреса из Conflict Denied Ops, и поместить его на седьмую позицию нашего черного списка.
требования, выдвинутые террористической группой, захватившей ядерный арсенал на острове Shadow Moses, казались нечеловечески абсурдными. Террористы желали получить от правительства США всего лишь останки величайшего солдата в истории, известного как Big Boss. Члены специального подразделения Foxhound готовы были без зазрения совести направить смертоносные ракеты на ничего не подозревающих жителей Вашингтона из-за каких-то жалких останков. Впрочем, для главы группы, жестокого и расчетливого максималиста Ликвида Снейка, это было больше, чем обезжизненное тело. Биг Босс являлся его отцом, с помощью клеток которого был зачат и сам Ликвид в рамках секретного проекта «Трудные дети». Новорожденный малыш оказался всего лишь генетическим мусором, от которого предстояло избавиться в ходе продолжения эксперимента по созданию супервоина, его клонированного брата Солида. Выживший Ликвид, обиженный на весь мир, поклялся создать величайшую армию клонов, использовав ДНК своего отца, чтобы отомстить человечеству за свою судьбу. Ради этого он был готов пойти на любые, даже самые бесчеловечные жертвы. Не встай на его пути Солид, последствия могли бы быть самыми ужасными. Но старший брат остановил Ликвид Снейка и его подельников из Metal Gear Solid, печатав его в 6-е место нашего топ-листа самых отъявленных террористов игровой вселенной. Когда-то братья Карбрерас были обычными контрабандистами. Но со временем их преступные аппетиты выросли настолько, что могли поразить воображение даже видавших виды полицейских. Занимаясь мелкой торговлей оружием, на заре своей преступной карьеры Мигель и Альварес по прошествии времени начали проявлять интерес ни много ни мало к оружию массового поражения. Заполучив в свое распоряжение две химические бомбы, эти двое сумасшедших, ослепленные ненавистью к Соединенным Штатам, задумали план, не имевший равных по своей жестокости и безумии. Два заряда должны были стереть с лица земли и горную столицу США, город Лас-Вегас, с его 2-миллионным населением. Перед всем миром замаячила угроза экологической катастрофы, масштабы которой не могли присниться даже в самом страшном сне. К счастью, бойцы подразделения Rainbow, как всегда, были на высоте. Обезвредив бомбы, они разрушили планы Мигеля и Альвареса. Бравые ребята Джонни Кларка пригвоздили братьев Кабрерос из Rainbow Six Vegas 2 в 5-й строчке хит-парада самых жестоких террористов виртуального мира. Джон Браун, известный аболиционист начала 19 века, защищавших партизанскую борьбу с целью отмены рабства, стал не только иконой для всех угнетенных современников. Он превратился в символ насильственной борьбы с неравенством по всему миру, во все времена. Неудивительно, что именно его именем была названа одна из террористических группировок, недовольных сложившимся в начале 21 века миропорядком. Армия Джона Брауна поставила перед собой цель насильственными методами бороться с гегемонией западных государств, эксплуатирующих бедные страны и народы. Глава армии Эмиль Дюфран, ярый ненавистник западничества, хотел совершить то, чего еще никому не удавалось. Он запланировал нанести удары сразу по трем городам США – Лос-Анджелесу, Нью-Йорку, Нью-Мексико. Приобретя у пакистанских ядерщиков партию взрывчатого вещества под названием «Красная ртуть», он приказал сделать несколько взрывных устройств. Одно из них даже было испытано. Его взрыв разнес в щепки целый океанский лайнер, унеся жизни сотен людей. Однако профессионализм внедренного секретного агента Сэма Фишера поставил крест на задумках Эмиля Дюфрана и его людей. Планы армии Джона Брауна и Splinter Cell Double Agent так и остались планами. Единственным утешением может стать лишь присужденное 4-е место в хит-параде самых бесчеловечных групп террористов.
после нескольких минут рекламы. Мы представим вам леденящую душу тройку самых жестоких и кровожадных террористов виртуальности. Перед вами предстанет загадочный поставщик оружия, ответственный за бесчеловечную резню в Африке. Вы увидите безумца, желающего вновь ввергнуть Россию в пучину социалистического строя. И, конечно, мы представим вам чемпиона по безумству и жестокости среди виртуальных террористов. Оставайтесь с нами. Со времен Каина и Авеля мотивы убийства человека претерпели чудовищные изменения. Теперь людей убивают по самым разным, порой незначительным причинам. Одной из них является безумная жажда власти и одержимость бредовой идеей, но больше всего поражает холодный расчет, используемый убийцами в качестве мотивации. Мы представляем вам тройку террористов, наиболее преуспевших в уничтожении людей по своей прихоти. Попасть в Африку значит оказаться в одном из самых прекрасных и опасных мест на Земле. В местах Порт-Селау враждебность между африканцами ощущалась настолько явственно, что ее можно было потрогать. Неудивительно, что однажды там вспыхнул конфликт между Объединенным фронтом за освобождение и труд и Альянсом народного ополчения. Проправительственная и повстанческая группировки в один голос кричали о своей заинтересованности в проблемах народа. А на деле выходило, что они заставляли простых людей метаться из одного лагеря в другой и безжалостно, жестоко вырезать друг друга. Но даже не это было корнем зла. Главным и самым тайным действующим лицом в этой эскалации насилия стала фигура торговца оружием «Шакала». Эта загадочная персона занималась лишь тем, что продавала оружие обеим противоборствующим сторонам. Похоже, что остановить это безумие могли только несколько независимых военных агентов, способных устранить воинствующих глав по обе стороны баррикад, а после этого добраться до самого Шакала. Шакал из Far Cry 2, оправдывающий весь негативный смысл своего прозвища, греет руки на третьем месте среди самых отвратительных террористов виртуальности. Террористические группировки, сеющие ужас среди мирных граждан и несущие смерть беззащитным людям, можно обвинять в безжалостности, бесчеловечности, но только не в беспринципности. Также Имран Захаев, ярый сторонник советского строя, был одержим идеей повернуть колесо истории в обратную сторону и погрузить постсоветскую Россию в социалистический тоталитаризм. Вы все равно скоро сдохнете. Разбогатевший на продаже оружия и элементов ядерных ракет, этот бывший советский генерал был готов ударить по западным странам. Имея в своем распоряжении несколько ядерных боеголовок и баллистических ракет «Тополь-М», он готов был нанести удар по ненавистным США, стерев с лица земли все восточное побережье. Западные спецслужбы всеми возможными способами пытались уничтожить ультранационалиста, и однажды это им почти удалось. Тогда, в далеких 80-х годах, ему удалось выжить. И лишь 15 лет спустя капитану секретного подразделения САС-22 Прайсу удалось подобраться достаточно близко, чтобы расправиться с главой террористов и уничтожить базу. Дерзость, с которой группировка Имрана Захаева из Call of Duty 4 творила свои бесчинства, ставит ее на вторую ступеньку нашей террористической лестницы. Кто же из виртуальных террористов оказался самым беспощадным? Кому принадлежит это ужасающее первенство? Это мы узнаем после того, как снова пролистаем досье на каждого из 9 претендентов. Открывает нашу десятку бывший агент ЦРУ Уильям Леннокс из Блэк, предавший своих бывших напарников и переметнувшийся на темную сторону. 10 колец из Iron Man, так и не понявшие, какой самородок держали в руках в виде гения Тони Старка, из-за своей невнимательности получают 9 место. На 8 позиции Хуана де ла Баррера из Ghost Recon Advanced Warfighter 2 с украинскими боеголовками «Красная звезда 4». Он так и не сумел их использовать.
тираничный генерал Рамирес, благодаря самой широкой поддержке террористических группировок по всему миру, оказался на 7-й строчке. 6-й среди виртуальных террористов – Liquid Snake, готовый использовать ядерное оружие против мирных жителей ради возможности создать суперармию. Бывшие контрабандисты, братья Карбрерас из Rainbow Six Vegas 2, решившие играть по-крупному, заполучив несколько химических бомб. 4-й стала армия Джона Брауна из Splinter Cell Double Agent, предпочитающая насильственную борьбу против господства Запада. 3-м стал Шакал из Far Cry 2, чьи деяния полностью оправдывают его прозвище. Одержимый идеей погрузить постсоветскую Россию в тоталитарный хаос, Имран Захаев, вице-чемпион нашего первенства самых жестоких террористов. А теперь возьмитесь крепче за ручки кресла, ибо прямо сейчас вы узнаете, кто является самым отъявленным и безжалостным террористом виртуальной вселенной. Война для многих уже перестала быть делом чести. С некоторых пор на убийстве человека человеком люди научились неплохо зарабатывать. Командир некогда очень уважаемого военного подразделения «Волчья стая» Роланд Кейн однажды избрал свой способ воевать. Своевольный и беспринципный по натуре, этот опытный командир принял выгодное предложение о найме от военной корпорации Менделя Грумана по распространению нового биологического оружия. Смертоносный газ был способен моментально убивать неограниченное количество людей и через 20 минут полностью растворялся в воздухе. Все тесты Кейн проводил на базе корпорации, находящейся на отдаленной планете. Новое супероружие должно было быть применено на Земле, и Кейн концентрировал все силы для предстоящего броска. Однако Земля отреагировала на приближение угрозы. На враждебную планету с заданием схватить Роланда Кейна был отправлен отряд элитных войск «Писки», в котором состоял бывший воспитанник Кейна Джозеф Турок. Задание оказалось невероятно тяжелым. Террорист и его войска оказали сильнейшее сопротивление. В боях с силами Кейна Турок потерял почти всех людей. Но все же ему удалось добраться до своего бывшего ментора и отомстить за все мытарства, через которые Турок прошел под его началом. Яростный и деспотичный командир Роланд Кейн из Турок отвоевал себе первое место среди самых бешеных террористов виртуального мира. Только что вы познакомились с 10 самыми омерзительными представителями виртуальной вселенной. Ваше счастье, что все они живут по ту сторону экрана, иначе мир был бы обречен. В следующих выпусках мы вновь продолжим знакомить вас с самыми отвратительными проявлениями цифрового измерения. И вам вновь будет страшно и интересно.